приехали в Ташару. Девочка домой приехала? Да, да, сейчас хозяйка приедет. Тебе там будку новую сделали. Масянь, никто там не жил. Да, Масянь, новая будка будет. Масянька! Масяня! Масяня! Да не бойся, все хорошо. Все хорошо. Но они все боятся всегда. Зайчик мой, зайчик. Малыш мой. Ой, хвостиком виляет, и страшно все равно, да. Страшно, конечно. Шой, дай лапку. Дай лапку, Масянь. Масянь, дай лапку. Дай лапку. Она вроде радуется. Масянь, и боится лапку. Еще. Дай лапку, ну. Масянь, Масянь, дай лапку. Она особенно боится, и неудобно. Ну, конечно, ничего. Неудобно, если что-то такое, да? Мы такое нацепили. Пойдем, Масянечка, пойдем. Пойдем, зайка, пойдем. Иди сюда, Мася. Мне, иди сюда, иди, моя девочка, вот она, вот она, да. Молодец, Масяня, молодец. Зайчик, ты жить как будешь. Молодец. Да. Зайчишка моя, да, собака. Молодец, дай лапку, Масянь, дай лапку. Дай не, лапку. Говорит, мне что-то страшно Масянь, пока. Желай, мне что-то говорит, страшно давай, пока, скажи, страшно, пока. Да. Желать буду. Масяня, иди сюда. Выходили. Масяня. Тебя в слюнях. Вот она. Девочка, в новый дом приехала. Она чечет. Вот. Хозяйки твои, вот. Смотри, она как круто. Она что-то вообще так вперед, да? Боится. А ее когда берешь на руки, они замирают, щенки. Сразу, ну, да. Майска, ты посади ее нормально, но ей так непривычно, наверное. Да ей сегодня мы ошейник первый день одели. А, она еще тоже. Ну, да. Ага. Вот. А я не знала, какой ошейник купить, потому что даже этот, как его, ай, карбид, да, или как его? Карабин. Карабин. Ну, конечно, вот такой огроменный, просто я не знаю. Ну да, для нее еще. Не ну поднимет. Вот, смотрите. Да нет, пока большой-то не надо. Она вас привыкнет, она там во дворе будет бегать, не будет убегать. Ну вот и да, я бы хотела, чтобы она именно по двору именно бегала. Она у нас так же. Просто сейчас на денька на два можно ее... Вот она лапочки как сложила девочку. Зайчик такой. Все, поехали. Она у нее шерстка такая. Она будет такая, знаете, как дикая. Не, она не дикая, вот абсолютно. Она будет, да. Нет, она ручная. Ну как ручная? Она не ручная, но в смысле она социализированная очень. Мы там и... Как вы нас нашли? Ну, нормально. Проблем? Да. Навигатор нас привез. Да. Так. А ты ее опусти на снег. Так, все, идете? Пойдем. Они всегда так боятся. Ладно, бери на руки, а то долго она так будет. Так, тут она жить будет. Вот. Где? Попробовать, пощупать, проверить. Вот, смотри.
Давай, иди. Я просто еще ничего не настелила, потому что думаю, ну, ага, посмотрите, ага. Это что, как? Ну, просто солому сейчас постелим, все. И солому мы ее можем скинуть. Ну, вот, вон там пеноплексом все тебе утеплили внутри. Да. Давай. Я сейчас хотела сегодня, иди ко мне. Ну, что ты так испугалась? Ну, иди ко мне, Васяня. Моя девочка, конечно, что она? Домик твой тут будет, да, вот тут двор такой, смотри. Да, места много потом. Ой, тут даже у меня телефон стоит. Мне хватит. До забора большой огород, ну. Дрова вон. Много надо с этого. Так, вот. Прям битком, чтобы она там уложится, еще повытаскивать половину. Ну. Ничего страшного. Давай, Марин, этот... Ее солому сверху запахом и ее. Это игрушка сегодня, а, они играли. А мы но... тоже это... Вот, смотрите, видите, какой этот солома. Сеночек. Ну, мы такой при это закажем. Давай. Вот они грабят, чтобы не грабят. Да, нормально. Змея большая была. Ну, да, чтобы ее запах был там. Вот в конуре. Так. Ну и сюда немножко растить, чтобы пахло. Ага. Эту тряпочку может уже ей положить. Это перед входом можно, она мокрая, на улице была. Ну, она может это... ее взять просушить? Да она просто на ней валяется на улице. Они сидят, когда солнышко, чтобы тепло было. Вот. Ну что, давай, иди в домик. А? Кашку мне покушать. Да, кстати, да, давайте есть. У нас все готово. Да. Ага. Подожди, Маша. Я же в доме. Масяня. Ну вот, еще одну девочку пристроили. Меня пожмакали, да? Меня помучили. Я же говорила, да, что ее в колодце нашли. Ну да. Как насчет того, чтобы это, прививки, если сами делаем или везем? Ну, если у вас продают... У нас мы просто как бы мы... Можно спокойно купить без всяких проблем. Я просто насколько важен паспорт? Паспорт, ну, как бы, я думаю, что он важен. Все, пошла. Все. Вот девочка моя. Вот она, моя куколка, да. В домике она сидит. В домике. Что, классно тебе? Все. Все, пеноплексом нормально. Как тут и было, да, скажи? Я переживала, что она клубочком свернется. Свернется. Ну, она у вас... уже стала из-за того, что она зависит. По идее, должна ли быть безопасна. Иди кушать. Поставь ее туда. И с мясом. И с морковкой. И со всем. Вот, витаминки. С овощами. А, тут свое хозяйство. Ну, кушай, кушай. Кушай, девочка, кушай. Тепленькая вот. Стесняется она еще. Масянечка. Кушай, Масянь, кушай. Масянька. Давай сюда подвину тебя вот. Где-то вот так вот, чтобы ты вышла из кожи. Кушай, кушай, девочка. Пока тепленькая. У нас они тоже в будке в приюте живут на улице. Угу. Также все будки такие. И, по-моему, такая же, да, она у нас будка. Да. Она вырастет, как бы, да, к весне. Ну, там уже побольше сделаете. Там уже посмотрим, конечно. Вот. А может, она и не вырастет, может, ей нормально будет. Она чем конура уже, тем теплее ей там. Вот, понимаете, я тоже думала, а как же она развернется? Нет.